Творчество, любовь и забота объединяют большую семью Цеповых уже 28 лет. Папа – защитник и опора семьи, мама – хранительница домашнего очага. По словам Аллы Цеповой, самое важное – взаимопонимание и умение выслушать друг друга в любой момент. Всем нужно уделить внимание обязательно, всех нужно любить. Потому что каждый требует к себе любви. На выходных семья часто выбирается за город. Младшие любят просторы, прогулки на природе. Старшая дочь уже создала свою семью. Сын занимается карате, ходит в художественную школу. Близняшки танцуют, поют и шьют вместе с мамой текстильных кукол. Попросили: мама, дай нам иголку. Мы хотим тоже попробовать сшить что-нибудь. Я, конечно, испугалась. Думаю, детям 4 года, можно ли дать им иголку в руки? Но оказалось, что ничего страшного. Под моим присмотром они даже попытались что-то там сшить. И мы доделали с ним этих куколок. Теперь они у них любимые, естественно. Одна из главных семейных традиций Цеповых – организация и празднование дней рождения. Члены семьи самостоятельно пекут торт и рисуют открытки. Дети привыкли все делать вместе. Это меня семья стопанили, готовили, играли и делали уроки. Еще один пример счастливой семьи – чета Рудаковых. Геннадий Сергеевич и Зинаида Павловна познакомились еще студентами в 1958 году. После долгих встреч мужчина решился сделать предложение. Я в костюме тут, при галстучке, все. Мы на лавочке посидели. Я говорю: Зин, давай-ка все-таки поженимся с тобой. Ты бы просто-напросто любили друг друга и понимаешь полуслова, как и сейчас. В этом году пара отмечает 60 лет совместной жизни. Дети, внуки и правнуки – живое доказательство любви, пронесенной сквозь года. Чувства, по мнению юбиляров, со временем не угасают. Забота и ласка проявляются даже в простых мелочах. Я стараюсь даже постель убирать раньше ее. Пока она идет умывать, я уберу. Она идет: ой, надо убрать. А я уже убрал. Посуду, покушающую, я стараюсь убрать. Она отвернулась, я уже вымыл ее, чтобы руки у нее были... Чтобы на каточке не раз, чтобы не это, чтобы было все нормально. Вот и она также за мной ухаживает, и я за ней ухаживаю. Вот это и есть как раз любовь. Не болтовня, а именно любовь. Сейчас Геннадий Сергеевич и Зинаида Павловна по-прежнему посвящают каждую минуту друг другу. По словам мужчины, семья – главная ценность в жизни человека. И ее без супруги он уже не представляет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.